о ворах в законе вы наслышаны. Об отморозках в законе нет такого термина, но по телевидению вы видите, когда с рук сходит всякое хулиганство, общественное нарушение и так далее под прикрытием. А вот я речь поведу о бандитах в законе. Актуально. Почему? Потому как есть те, которые вне контроля, но правительством организованы и финансируются. Вот эти, они безнаказанные. Речь-то не пойдет об одном человеке, которого наказали, наказывают. И речь даже не о том, что нарушается презумпция невиновности, и все это тайна. Речь пойдет о выборочном поражении по всей России. Люди, которые попадают в черные списки, они специальными методами и специальными службами, то есть аэрозольными газами, вирусами, электромагнитным облучением калечатся. Да и смертей полным-полно, потому что наступает момент, когда у человека система организма от хронического поражения нарушается, и либо сердечная недостаточность, либо от химических аэрозольных газов киста какая-нибудь, либо еще какие-нибудь, ну, да, например, есть рак, образованный тяжелыми металлами, особенно соединением мышьяка. Все это на вооружении у бандитов в законе. Что такое выборочное поражение? Это не массовое поражение, как бомба или атомное оружие. Это выборочное. И такого выборочного поражения оказалось в России 30 миллионов человек. Я вам напомню и скажу, я ученый. И я фантазировать не стану. Более того, я президент Международной ассоциации ученых интеллигенции, и у нас есть комитет по расследованию. Это специалисты высочайшего класса. У нас есть все научные методы по определению поражения. Какое-то поражение электромагнитное или химическое, газовое, с длительным страданием человека, не подумайте, что сразу, или электромагнитное облучение. Ну, предположим, что, допустим, из 30 миллионов всего 10 стоят. А почему тогда 30 появляется цифра? Например, или мать, или отец находится в черных списках, а там отморозкам, а точнее бандитам в законе, наплевать, что там ребенок, что там могут жить еще родители, что там жена или муж. Самое главное, получили приказ и действуют. Вы еще не, наверное, ну, кое-кто, наверное, себе испытал, понимает, о чем я говорю. Не дай Бог коснется всех остальных. Ведь, собственно говоря, вы когда Путина избирали, избирали всего 30% населения, если в числах взять, а не в тех вот комиссии, так сказать, вот избирательные и так далее, а натурально 30%. Но разве это люди знали и хотели, чтобы их детей, их родственников
Владимир Владимирович травил, калечил, уничтожал. Наступил предел. Предел этот заключается в том, что такой геноцид искореняет народа России. Речь не обо мне. Речь не о международном суде матерей, которые, начиная с конца апреля, в бешеную обработку попали. Вся ихняя координационная комиссия, весь совет, все члены попали под ужасную обработку, калечащую их. А мебель, а игрушки детей, которые будут накачаны этой химией, это ж не выветривается. Единственное, что можно, это постирать, но это одежда. А как быть с мебелью, а как быть со стенами, потолком и так далее, а как, наконец, быть с детьми, которые дышат и медленно-медленно гаснут. А вы никогда не задумывались, сейчас пиарят себя. Детский капитал, материнский капитал, необходимо больницы, детей там и так далее. А вы задавались вопросом, откуда пошло такое огромное количество дебильных, рождаемых и неполноценных, или больных детей? Задайтесь этим вопросом. Я-то знаю, и Международный суд матерей это тоже знает. Женщины беременные, у нас две девушки были, вот, их много, но я вам пример приведу. Две девушки были, политикой не занимаются, наркобизнесом не занимаются. А они чего ради попали под обработку, будучи беременными? Да-да, не удивляйтесь, эти сволочи, они не обращают внимания на сие. Ну ладно, это исполнители. Вы помните, гитлеровские генералы все время на процессе в Нюрнберге твердили, мы исполняли приказ. Ну, например, эти исполняют приказ по ступеням. Но Владимир Путин знает это, он был и тем более председателем ФСБ. Он разведчик. Что написали общим решением Совет Международного суда матерей? Однажды Путин высказался на Генеральной ассамблее ООН относительно ИГИЛа, которая воспитала в Соединенных Штатах Америки и прочие лакеи. И он сказал, вы хоть понимаете, что вы творите? Что вы натворили? Так вот, суд матерей в письме Путину написал это высказывание, а под ним вы хоть понимаете, что вы натворили и что вы творите, Владимир? Каково? Это не массовая шиза. Это научные доказанные факты. И я им помогаю, как ученый, как знающий электронику, как оснащенный всеми методами замеров электромагнитных облучений. Я тут в Ютубе фотографии покажу на головах, на сердце, на сердечной области и на голове. Президента Международной ассоциации ученых интеллигенции при 7 единицах допустимых 25 уже в Европе бьют тревогу смог, потому что начинается поражать организм, поражаться. А здесь у нее на голове 134 единицы. У меня на компьютере
на клавиатуре 131. У меня на сердечной области 130 с лишним. Это вместо 7? Вместо 7. Вы представляете, что делается с организмом? Уничтожает, калечит. Потом медиков обвинить не в чем. Сердечная недостаточность. Но если по перикарду лупят частоты, которые соединительная ткань сокращается и стягивает сердечно-перикардную область, будет, конечно, сердечная недостаточность. У меня так убили брата моего. Сердечная недостаточность. А авторы? А авторы – бандиты в законе. А кто их финансирует? А кто их вдохновил? Владимир Путин и все остальные, которые в этой шайке, я не оговорился, в этой шайке скопились. Но чтобы обрабатывать 30 миллионов, необходимо, представляете, сколько, какая армия засекреченных, ведь они обрабатывают в тайне. И это же не один, а один устанет бегать по всей России. Это целая армия. Их же еще кормить надо. Сами они ни деревца не посадили, ни пшеничку, ни молоко, но едят. За чей счет их финансируют? Да за ваш счет, дорогие мои. Вы, вас уничтожают, вы еще их кормите. А они руки потирают. Я разговаривал, да, кстати, присутствовал Международного суда матерей президент, то есть Татьяна Николаевна Шашута. Я разговаривал с этим, я говорю, ну почему вам не просить, не просить, ну сделайте хотя бы вид, что вы как будто бы используете эти все средства. Он говорит, не могу. У нас такое, такие правила. Вы-то останетесь целые, ну пускай покалеченные, больные, а у нас другие законы. Вот вам, пожалуйста. Я говорю, почему бы не отменить? Он говорит, отменить могут только по ступеням. Даже следующая ступень, которая дает им указание, отменить не может. Следующая выше. И в кого, вы думаете, упрется? Да-да. Во Владимира Владимировича, которому не до того, он себя пиарит за границами, вот этими дебатами с Трампом и со всеми остальными, он там блистает. А что он творит внутри государства? Он же уничтожает народ 30%, а попадающие попутно. Как-то я зашел в магазинчик, ларек, что-то купил, и вылетел оттуда. Да я уже сам прибор, у меня чувствительность не субъективная. 40 лет находящийся под обработках, я уже только топает мерзавец от мороза. Исполнять свое задание я уже чувствую. Да нет, психически я здоровый. Вполне. А потом я перепроверю приборами, научными методами на посев, на токсичность, точнее, там ведь хитрый есть один ход, когда пускают газы, они вроде не токсичные. Ну, головку там поведет, там туда-сюда, вот у человека не очень хорошее самочувствие, скажут, субъективное, выжигается кислород. А есть еще газы, тоже не токсичные, но они у вас в организме железо выжигают, выедают, а вместо него потом мышечок вам. Железо – это база кровеносной системы человека. Нет, не хватает железа, будет нехватка гемоглобина, будет у вас анемия, то есть будет практически болезнь кровеносной системы.
хорошо придумали извитки. Они сами эти изобретают средства, я имею в виду не только химию, там бактерии, а теперь в моде грибок стал, да, нет, не те, которые в лесу растут. В моде стал грибок, повсеместно не выведите. Не выведите этого, ни про какие-то даже не очень распространенные хламидия, там, допустим, и еще что-нибудь. Это специализированный лабораторный штамм гриба. А вирусы тоже лабораторные, Да, бывает посев 3 дня сделав на курином белке, ждешь, но факты никуда не денешь. Все это проверяется, кроме того чувствования, о котором я вам сказал. Поэтому я все перестрахую. Вы ахнете, когда узнаете, сколько мне писем приходит со всех регионов Советского, то есть России, со всех регионов. У нас еще в той ассоциации, в которой я президент, в ней еще есть федерация психологов. Мало ли у кого мания преследования или видится субъективное чувствование и так далее. Так вот, не только комитет по расследованию, мы это тщательно всю информацию проверяем. А вы знаете, сколько достоверных, которые по проработкам, начиная с Запада и кончая Востоком, в России находятся, убивают семьи. Детей убивают, уничтожают. Да нет, это хитрое, на то оно и выборочное поражение. Потихоньку здоровье хуже, медленно, месяц, два, три, а потом человек костыляет, потом кое-как бежит, потом к медикам, медики руками разводят, да, у вас там, ну, они сейчас за денежки работают, поэтому что-нибудь вам припишут. А когда от поражения вас мочеполовыми аэрозолями, то есть газами, будет, если хроническое и долгое, кроме нарушения нервной системы и физиологии, рак может образоваться. Да-да, раковая опухоль. Единичный случай. Я о единичных случаях и всем остальным в хронике оповещаю. Почему? Почему я оповещаю, указываю там конкретно место жительства, фамилию и так далее? А потому что на все письма, а я Путину писал писем много, на все письма один ответ. О том, что нет достоверных фактов. А? Каково? А достоверные факты от ученого идут, они есть? Есть. Кто их стал рассматривать? Никто. Сделали вид, что нам нужны доказательства, а вы абсурд этого понимаете, чувствуете. Вас уничтожает, вы жаловаться будете к ним же. Вот вас кто-то избил, и вы ему же на его жалуетесь. Каково? Вот где беззаконие, вот где бесконтрольность полнейшая. Никто их не контролирует, поэтому геноцид. Это не я сказал, это сказал Международный суд матерей, что практически уничтожает генофонд. Женщины, дети находятся под обработкой, калечатся. Да это не просто животик заболел, это же глубинное поражение до всей, до генетической системы человека. Хроническое, не за один раз, повторяю это вам много раз. Чтоб незаметно было, это же выборочное, это же особый концлагерь, который фашисты не могли до него додуматься. А вот бандиты в законе Владимира Владимировича Путина додумались,
Вы на квартирах будете поражаться, вы в автомобилях будете поражаться. А сейчас, кроме того, что они еще к себе гастарбайтеры, но льготы им припугнуть. Вот у меня там в этом самом рядом соседи. Я вчера встречу, как писатель, веду с людьми, а рядом из соседнего дома зеленая 27. Генератором долбят мне по голове. Да, конечно, зарегистрирована. Мало ли, у профессора головка поехала, зарегистрирована. Ну и второй луч идет, это прослушка. Ну, пускай слушает. Может быть, что-нибудь в мозгах. Не, о совести там не будет, не думайте. Совесть никогда у них не шевелит. У них нет этого чувства. И у Путина его нет, кстати, этого чувства. Иначе бы он от стыда сквозь землю провалился. Матери страдают, дети страдают. Больницы, больницы, материнский капитал. Да это знаете, на что похоже? Убегая вор, чтобы его там по пути не схватили, он кричит: «Держи вора!» И люди смотрят, куда он бежит, догоняйте воров, якобы. Вот здесь ровно то же самое. Мы спасаем детей, мы родительский капитал, мы больницы строим. Это кому лапшу на уши вешать? 30 миллионов, это вам не 30, не 300 человек и даже не 3 человека. 300 миллионов губится. И не просто они умрут, а у них же еще потомство есть. А генетические поражения, дети, которые попадают, они же поднесут генетическое поражение. Вот в какой ситуации, други мои, находится Россия. Я не себя спасаю, я знаю, что меня, я рискую капитально. Не случайно после письма Путина под Пасху, на праздники, тут убийство шло. Тут дезактивировала. Целая команда приехала, наших отсюда матерей, женщины, от международного парня Ассоциации ученых интеллигенции. Дегазировали, дезактивировали. Убийство было. Весь участок убили. Деревья, землю и так далее. Дома все убиты. Так вот, в ответ на то, что это было изложено в письме Путина, ударили еще крепче. То есть, по простому правилу, сначала бьют, пока не закричишь, потом будут бить за то, что кричишь. А меня теперь вообще на уничтожение поставили. Уже я не могу садиться за компьютер. По сети интернетовской, по компьютерному преобразованию. Вот вы сзади видите, у меня стоит синтезатор. Я не могу на нем играть. Почему? А вы приборами, не на словах, вы приборами заметьте, что там творится. Там на уши поставишь, и тут же брык. Вот что Владимир творит. Это я о себе говорю. Итак, попутно, не подумайте, что я буду жаловаться. Я эту нечисть никогда не боялся, не жаловался. И если я перед ними дрогну, я уважать себя перестану. Если я их испугаюсь, да я лучше руку себе откушу. Но вы чувствуете, у меня настоящий патриотизм. У президента международной, то есть у президента Международного суда матерей настоящий патриотизм. Она ходит кое-как, держится, она все печется о тех матерях, о тех беременных и молодых девушках, которые подработки, которые рожать потом будут, кого они будут рожать.
она о них печется. Вот это истинный патриотизм. И что с патриотами делает Владимир Путин? Уничтожает их. Для чего? А для того, чтобы ради Россию, а может, у него договоренность, ведь мы о договоренности знаем. Я вам историю маленькую расскажу. Зная о договоренностях, международных договоренностях, по спецслужбам и так далее и тому подобное, когда был президентом Медведев, я написал ему письмо, что договоренности договоренностями, но вы отвечаете за свой народ. И что вы думаете? Сняли обработку. Сняли вот эту химию, электромагнитные, вирусы и все остальное. И не только с нас, не только с президента Международной ассоциации ученых интеллигенций, то есть меня из членов, не только с президента Международного суда матерей и всего Координационного совета. Вообще. Облегчение почувствовал много-много людей. Значит, ревизию можно было? Я понимаю, маю, конечно, рецидивистов не снимут. Из черных списков не уберут. Но законопослушных граждан, женщин, ни политика, ни наркоманы, ни проституция, чего их, Владимир, ты уничтожаешь? Вот о чем болит душа. О России, о народе. Вот о чем болит душа у президента Международного суда матерей Татьяны Николаевны Шашуты. Не о себе, она сама-то стонет. Но что творится? Она переживает, она из всех сил пытается помочь этим бедным женщинам и детям. А всем... Ну, 30 миллионам даже Координационный совет не может помочь, пока не остановится это преступление. Пока преступники, ссылаясь по ступенькам, что они исполняют приказ, не очухаются, пока приказ не пойдет от Владимира Путина прекратить уничтожать Россию, прекратить калечить народа, уничтожать его. Все это пахнет тем, что будет кирдык России. Да, останется там, останутся лакеи, угодники всякие разные. А вы думаете, почему, скажем, к примеру, вот то, что я в Ютубе выставляю, почему и об этом не поговорить по информационным каналам телевидения? Да было ведь неоднократно случаи. Приезжали ко мне корреспонденты, я интервью давал, не философски, не теоретически, доказательно, с фотографиями, с актами и так далее. Вы хоть раз видели, чтобы по телевидению это показали? И не покажут. Не покажут, их не пропускают. Так мне и сказали. Да нас просто не пропускают. Там тоже лакеи сидят. Цензуры нет, да есть цензура. Вот такой ролик не пропустят по российским каналам. Единственный шанс остался – Ютубы. Вот, слава Богу, что это не российская организация. Вот поэтому этот канал они не перекроют. И так отныне я и тут хронику буду вести. Хроника шла по Фейсбуку на моем вот этом адресе Ленский Василий, Василий Ленский, на форуме хроника шла. Да все это Путину шло, можете не сомневаться. Ему в письма все это шло с печатями, с подписями. Я бы ему сказал. Он тоже русский человек. И я русский человек. Так кто из нас действительно за Россию волнуется и беспокоится? А он, что ли? Он уничтожает. Это я.
это матери со стоном пытаются спасти Россию. А про себя, как и теперь, я знаю, чем я рискую. Я эту сволочь прекрасно знаю. Я же вам сказал, стоило только написать, как тут же сразу удар. Тут же удар, усиленный удар. Это так они отвечают. А в письмишке пишут, нет достоверных доказательств. Да пускай они ко мне приедут. Я им вывалю вот так, они читать будут до своей пенсии все эти доказательства. Я же ученый. И у меня и комитет по расследованию ученые, и федерация психологов. Тоже грамотнейшие люди. Вот я теперь думаю, ну ладно, если это не исполнение заказа из-за границы, Володя Путин старается, то я там сомневаюсь, правительстве везде, как у них с крышей интересно. Вот не мешало бы нашей ассоциации, федерации ученых дать задание исследовать на психическую нормальность. Как можно доверить тебе государство и народ, как можно их уничтожать? Может быть, это единственный мой ролик и последний. Ну, ждите, если меня окончательно не уберут, я буду выставлять хронику теперь тут, в Ютубе. Да если я даже на карачках буду, как теперь я сижу, у меня поясница болит, у меня заходится все внутри, я из последних сил. Да даже если я на карачках на одной ноге, я все равно ролик накручу. Вот мне помогут сесть на кресло, и я факты, научные факты, доказательства, я все равно буду выкладывать. Так что отныне открываю хронику «Отморозки в законе». Всех этих мерзавцев, их методы. Россию надо спасать. Поймите это хорошенько. Если у вас есть действительно чувство патриотизма, если у вас есть боль за народы России, если у вас есть переживание конкретное за людей, вы меня поймете. Вы точно так же будете рисковать своей жизнью ради них. Мой отец ушел бороться с фашистской Германией добровольцем. У него 4 детей было, и я вот-вот только лишь, самая старшая 7 лет, броня была, ушел с фашистами бороться. Я теперь с фашистами, его сын, борюсь тут, внутри России. Тут, а не только отморозки, не только отщепенцы, сволочи. Они же людей убивают, это фашисты. Они вместо концлагеря, как там организовывали Дахау, Освенц и так далее, они же хитрейший концлагерь придумали на квартирах. На квартирах, в офисах. Есть многие организации, которые в черных списках находятся, а их в офисах глушат. А не важно, что там законопослушные граждане, не же все там химичат тройной бухгалтерией. В автомобилях привлекают молодежь. Во Владимире мы были, поехали к супермаркету «Глобусу», стали подходить два парнишки. Два парнишки раз мимо прошли. А что такое водородное соединение мышьяка? Да, оно вот так попадет, его чуть из два. Вы скажете, они сами пустили, ушли. Такое в аптеке, запомните, не купишь. Такое нет. Это значит, теперь молодежь начинает привлекать эти сволочи. Гастарбайтеров, всякую нечисть, нечестивцев, кого пугают, кого на наркоте поймают, кому льготы пообещают. А молодежь еще гордится, они дяди и тетя, а нас там трое было, они подпустили, что мы потом кое-как отмыли.
это, а продукты испорчены, хоть выбрасывай купленные продукты питания. Ну вот. А совесть у них есть, молодежь так воспитывать? Они хоть понимают, что это будущие отморозки, они уже отморозки. А родители думают, у них деточки ходят, молодое поколение радуется за них. Но мерзавцы и отморозки и спецслужб тоже радуются. Тоже радуются. Вот посмотрим еще дальше, что будет. Так что ждите очередной ролик, хоть на карачках, но я все равно его сделаю. Всего вам хорошего. Внимательно все это прочтите и будьте наблюдательны. На всякий случай, если припотеете, вот тут вот возьмите и лизните. Кислый или соленый. Если кислый, вы уже давным-давно на обработке находитесь. Ну, если не вспотели там, или, допустим, в глазу слеза там, или пот, или вот это место руки, вот так не надо его жевать. А так будет понятно, кислый или нет. Это экспресс-мед. Потом я вас обучу методом научного подхода. Пока это тоже подход. У нормальных, здоровых, необрабатываемых людей под соленый, правильно. Бывает, когда вы молоко много пьете, то у вас может быть и горький пот. Итак, первый урок моей подсказки контроля вы получили. Будут и последующие. Всего вам доброго.